Внимание на середину! Товарищ командующий, личный состав объединенной группировки для проведения совместного учения построены. Командующий коалиционной группировкой генерал Диан Колотовкин. Здравствуйте, товарищи! В ходе предстоящего учения «Нерушимое братство 2021» мы поэтапно отработаем вопросы планирования и совместной подготовки миротворческой операции с учетом бесценного опыта, накопленного в Сирийской Арабской Республике и в Нагорном Карабахе. Для проведения совместных действий из войск и контингентов 6 государств в кратчайшие сроки мы создадим мощную разнородную группировку войск с единой системой управления. Беспилотник 10-15, вот расчет маневренной группы. Считаю, что да, я его положу в посадку. Итак, 19, я веха 50.